Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот макарошки. Верони называется. Макаронные изделия. Традиционные итальянские, итальянское качество. 450 грамм. Покупала я в Магните. И стоила она где-то 11-15 рублей. Просто покупала две и не помню, какая из них. Вот здесь также написано, как и сколько ее варить. Так, ну здесь где-то 6-10 минут. Здесь вот тоже что-то написано, но, конечно же, здесь не видно, к сожалению. Это лампа, это лампа. И давайте же ее откроем, посмотрим, сварим. И посмотрим, какая же она внутри у нас. Стоит ли ее покупать или нет? Смотрите, она довольно тонкая, но не знаю, как она должна выглядеть. И давайте ее попробуем сварим. Так, ну вот получился у нас вермишелька. В принципе, кстати, пока что она особо не слепилась. Вот так она выглядит. И давайте же ее попробуем. Очень мягкая, нежная. По вкусу обычная вермишель. Посмотрим, как будет дальше. Слепится она или нет. Я думаю, это будет, наверное, самым главным. Но она уже, в принципе, немножко слепляется, остывает. Наверное, я думаю, она будет слепляться. Ну, посмотрим. Я покажу потом блюдо свое, и там будет окончательно видно. А вот что получилось с этой вермишелью. Это не вермишель, это просто кошмар какой-то. Она в итоге слепилась. Конечно, нужно было для блюда вермишель по-флотски купить дорогую вермишель, но в нашем городе ее было очень сложно найти. Поэтому вот все, что нашла. Ну, в принципе, для ребенка, который плохо жует, это нормально будет. Для старичков, вот там, для беззубых, наверное, это будет нормально. Но на будущее лучше, конечно, брать эту вермишель. Я не знаю, так просто сварить и съесть. Не более того. Вот такое вот у нас получилось. Такая вот бульба. Бульба просто. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии свои, отзывы о этой вермишели. Может быть, кстати, она для какой-нибудь запеканки вполне могла подойти. Вот. Но ее долго нельзя держать на... Как бы ее это... воду слили и сразу готовься. А я тут пока это, может быть, еще вот и дал вот такой результат. Вот, с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.